пане Залмаєв, демократи звинувачують Трампа в тому, що він вимагав від Володимира Зеленського розслідувати можливу причетність Байдена до корупційних оборудок колишнього міністра Злочевського. Але чому в США не обурюються тим, що Байден шантажував Україну і погрожував заблокувати 1 мільярд доларів допомоги, якщо Порошенко не звільнить генпрокурора Шокіна? Абсолютно недоказаним є тот факт, що після зняття Шокіна Бурізма і Байден, молодой Байден, отримав якісь особливі преференції. І, собственно, абсолютно не доказано, що Байден старший знав об этом. Ви учтите, що Трамп грає свою гру, і він буде робити все, чтобы не подвести даже к расследованию, да, а даже вот тот факт, что господин Зеленский сказал своему американскому, у меня 100% контролируемый мною прокурор, и мы займемся этим расследованием. У вас 30 секунд. Уже было то, чего искал Трамп. Вмешательство Украины во внутренние дела США. Чи не здається вам, що демократи, вимагаючи проголосити імпічмент Трампу, намагаються відволікти увагу від звинувачень на адресу свого лідера Байдена? Нет. Ну, во-первых, нужно понимать, что праймериз же еще не подошли к концу. И на самом деле Джо Байден сейчас далеко не на лидирующей позиции. На первое место выходит госпожа Элизабет Уоррен, сенатор и очень либеральный сенатор США. И поэтому, я думаю, в этом случае Трамп переиграл уже карты с Байденом, потому что он все поставил вот сейчас на кон. Чуть ли не собственное политическое выживание, да, чтобы вышибить этого Байдена несчастного. А Байдену сейчас тоже... Якорем он тоже может пойти ко дну именно из-за этой истории, и тот, и другой. Что делают сейчас демократы? Они на самом деле, это на самом деле американская внутренняя кухня, я вам расскажу, потому что они сейчас, Нэнси Пелоси в частности, пытаются избежать сценария бунта и раскола в собственной партии. Потому что вот пассионари, либералы, ультралевые и антитрамписты давно уже требуют импичмента Трампа. То, что мы увидели в разговоре, в этой стенограмме, от которой у меня глаза просто на лоб полезли, это стенограмма века, без преувеличения. То, что они увидели там, они посчитали необходимым и святым своей обязанностью следовать Конституции и, скажем так, держать в узде исполнительную власть. Кто злив цей материал? Вопрос, на самом деле, к украинскому президенту. Вот вопрос такой, очень принципиальный. Знал ли он о том, что они записываются, или не знал? Если он знал... Тогда, наверное, он действительно намеревался сделать то, о чем просил его Дональд Трамп, и, по идее, должен быть приверженным этому его оригинальному желанию, да, первоначальному. Господин Порошенко ставил на деньги. Все время ставил на деньги. И его главная цель была деньги. Он их получил. Майже пряма підтримка Хиллари Клінтон лунала. Вы понимаете, он же это делал не потому, что он хотел благополучия Соединенных Штатов Америки. Он понимал, что придут люди, которые будут поддерживать, ему будет легче воровать. Пришел Трамп, ему стало воровать труднее. Вот и все разное. Наталья, можно? Нет, нужно сказать, опять-таки, это если есть какие-то доказательства, что именно Порошенко принимал участие в этом. Мне перед Наташей принимали удобно, участие частные лица, которые на тот момент были критиками Порошенко. Тот же Лещенко, excuse me. Как можно делать этот коннекшн? Я не понимаю. Но послушайте, и... Извините меня. Какое отношение имел Порошенко? Остальная реплика и слово Сергею Лемчуку. И Пинчук, но не и Пинчук поддерживал и финансово, и ресурсно здесь в Украине. Того. С помощью телеканала он поддерживал противников Трампа. И ничего страшного, нашел с ними коммуникацию. Господин Добкин, противника Трампа было и остается 95% населения. Само вот сегодня вышла в Нью-Йорк Таймс статья, где целая группа журналистов вважают, що з цього моменту якраз ставлення президента Трампа не просто до керівництва минулого чи нинішнього, а до країни стало явно упередженим, оскільки він вважає, що всі політики в Україні отакі, які будуть проти нього. То, що на самом деле це може бути забавно звучить, але на самом деле українська сторона, може бути, підіграла тоді Трамп, потому что ее действия привели к отставке Манафорта, а именно его, тот, кто его заменил на этом посту, это Стив Беннон, он архитектор победы Трампа. Трампу очень повезло, что взяли и турнули этого Манафорта. Я с вами категорически не согласен. Что такое доказал или не доказал? Если вы прочитаете реально, я не знаю, прочитали вы... Отчет? Доклад, да, это 400 конечно. Страниц. Вы, наверное, единственный в этом зале и в Америке почти не читал. 400, по крайней мере, не сам Трамп, не его преступники не читали. Вы прочитали намного больше, чем Трамп, который ни одной страницы в жизни вообще не прочитал, чтобы вы понимали, ребята. Так вот, я говорю, то, вы что вы сейчас видите... послов Соединенных Штатов. Что-что? Судя по риторике, не хотите послом Соединенных Штатов, я так понимаю. В Соединенных Штатах быть? Да. Не, я буду послом Соединенных Штатов здесь. Это Данилюк. А вот так вот? Конечно. Не, но это будет уже... Лучше, знаете, всего в дороге, пару поколений. Где лучше, в Киеве или Вашингтоне? В дороге лучше. В дороге, абсолютно.
ни разу ни от одного президента, ни от одного премьера я не видел нормальной передачи власти, чтобы не ногу подставляли, а плечо подставили. А что значит нет нормальное? Можно? Этого. Нет. Вы же только что проповедовали на такую преемственность, которую вы только что сейчас и откритиковали. А что значит такая дихотомия? Или вы с демократами, или вы с Путиным из-за отсутствия Трампа? Извините да. меня, все проукраинские решения американской власти были вопреки Трампу. И благодаря демократическому Конгрессу, да, сначала это было меньшинство, потом это стало большинство. Поэтому это чистая, на самом деле, извините, но это манипуляция, которая не имеет никакой связи, опять-таки, с реальностью. А демократы сейчас, это уже не время холодной войны, когда главные пассионарии по противоборству Советского Союза были республиканцы. Сейчас это партия Трампа и партия демократов. Мы провели дихотомию. Или мы сейчас демократским лобби, или мы будем с Трампом, и он нам поможет противостоять. Я прошу прощения. Вопрос. Скажу, может, не очень приятно для всех нас вещь, но я учился в Колумбийском университете, это Лига Плюща, это один из ведущих университетов Америки. Про себя коротко, будь ласка. Sorry, собирались многие разные академики из Гарварда, и все, и не говорили об Украине не иначе, как о буферной зоне. То есть это, если мы говорим о сухой политологии, политической экономии, это так. И в этом деле Украина, увы, как вот, знаете, в океане такая вот маленькая лодочка, ее носит волной и так далее. И здесь, опять-таки, меньшее из всех зол быть нейтральным и понимать, что многое, собственно, и не зависит от тебя. Да я быстро скажу, что на самом деле, вот про то, что вы говорили, про встречу, возвращаясь, что это на самом деле была действительно игра в одни ворота. А Трампу нужно было от Зеленского слышать, что нет, жодного тыску, все. А на самом деле, к сожалению, кроме декларативных каких-то общих пустых заявлений, ничего субстантивного на встрече я для себя тоже не увидел.